Папа, с вами здесь, с вами Экси, с вами студия VSL TV. И, ребята, начинаем стримить следующую катку нашего вечера. Это команда Фирс против Балбах. Фирс, мы уже увидели, как они бетонным насосом там играли. И сейчас у них пистолетка. Knife Round выиграли, как я понял. Команда. Извиняюсь, сейчас, друзья, включу звук. Так. Команда Балбах выиграли у нас. Knife Round и... Лол, что у меня вообще происходит? Так, все, да, я включил. Команда Фирс, извиняюсь, ребята, выиграли Knife Round и сейчас выиграли пистолетный раунд. Ну что, 1-0 за команда Фирс. Фирс я уже вам сегодня представлял. Это Аморалити, Дима ЗТ, Кот, Кинг Вайпер и Икар. Икар. И команда Балбах сегодня первый раз, и мы ее видим, стримим. Это 2-1. Или Твони, кто он? Твони. Твони Джаст. Папа Демон и Панда Доки. Панда Доки и Изак. Ну что ж, пошел врыв от команды Балбах на улицу. Ребят, прошли. Изак пытается на штрафе тут игрока команды защиты. Дима ЗТ не дает. Нет, Кинг Вайпер не дает. Сбивает Изака. Аморальти делает минус. Джаст. И остался один Пандоки. Так, ну что, друзья, я еще хочу включить чат, чтобы я его с вами... Чтобы с вами общаться. Так, ну что ж, дорогие друзья, 2-0. Пока Фирс впереди. Пока это не катка с бетона насосом. Так, вроде бы я включил. Врыва бунта, и здесь Икар встречал вообще ребят. Хорошо встретил и остался. Единственный Джаст, вот он вырубает Икарта, но тут же сразу размен. Вот его тиммейтов и счет 3-0. Ну теперь байраунд. Будем наблюдать от команды Балбах. И я могу вам сразу сказать, что это мапа КТ. Здесь все решает КТ. Как Фир сейчас отыграет за КТ, так и будет. Ну или как Балбах отыграет за нападение, за атаку. Если возьмут хотя бы раунда 4-5, то это будет вообще замечательно. Ну посмотрим. Может быть вот это вот сейчас что-то решит. 2 ВП. Нет, не получается. Кинг Вайпер даже никого не наштрафил. Отлично, Икар сбривает Тувана. Ну или как его там. Твони убивает. А, Изак, размен, можно сказать. Сравнял ситуацию, отлично, Джаст, минус. Кинг Вайпер, и что? Проход девятки. Отлично штрафит, в принципе, Икар, но Джаст с АВП убивает. 4-2 ситуация. Надо выбивать как-то сейчас Фирсом вот это вот все. Вот эту всю сложившуюся ситуацию. Фирс, Кот убивает Джаста. Сразу же поменялся Папа Демон. Своим тиммейтом разменялся. Дима ЗТ остался с кольтом. Один. Ему надо сейвиться. Ну, или нет. В принципе, можно не сейвиться. В принципе, есть еще на next round на закупочку. Ну, это ВП решило, но Джаст все-таки умер. Джаст с ВП умер. А Дима ЗТ берет АВП и убегает на сейв. Убегает на сейв и убегает на свою респу. Убегает на свою респу. Бомба взрывается. И что? Папа Демон. Как же так? Даже не засейвил дроп. Умер. Вот это фейл. Ну, закупается команда Фирс. И будет АВП. Дима ЗТ, скорее всего, даст ее с Кинг Вайперу. Да, Кинг Вайпер подбирает АВП. И пошла катка. Самокатка. Катка-самокатка пошла. Друзья, надеюсь, меня отлично слышно. Надеюсь, запись все идет.
Все супер. Ну что, Изак будет, наверное, делать первый минус. Да, делает минус King Viper. Есть open фраг. Есть дымы и кот здесь на хелпе. Вот на хелпе! Убивает, смотрите, бомб кэрри, папа демона. Ой-ой-ой, Дима ЗТ прошивает Джаста. Ну и надо форсы убирать. И карт забирает. Отлично. Пандоки и Вони остался один против трех, четырех игроков команды Фирс. И карт забирает все-таки Твони. И сейчас становится 4-1. Ну вот я как вам и говорил, что мапа все-таки КТшная. КТшники тут должны по максимуму тащить. Выжимать из себя все по максимуму, чтобы потом не сливаться за теров. Ну, в принципе, у кого и какая раскидка по улице, тоже тот в атаке может и потащить. Если раскидка хороша, и двух аваперов может закрыть, как вверх, так и низ, то это очень даже неплохо. А, ладно, уже что менять. Уже поздно. Менять. Ну что, один дроп всего лишь балбаха. King Viper выбивает Джаста. Изак сразу же использовал свой девайс. Димас минус. Папа демон. И флешки вот такие вот залетают сразу Димасу туда вот. На девяточку. Пытается Димас отступить. Вот, Вони получает хедшот от кота. Ситуация 2 в 4. Ребята красные. И кот. Вот, ну забирать надо красного. Да, забирает. Пандадоки и... все, сразу же забирает Аморальти и Зака. Еще становится 5-1. И зрители почему-то один. А вот один это я, скорее всего. VSCL GO TV. Отлично. Очень даже неплохо. Лучше промолчу. Ну да. Счет 5-1, эко-раунд от команды Балбах. Почему снова эко-раунд? Потому что закупили слишком много дропов в том раунде. Там АКМ был и... А выход вообще, как я вижу... Дым неудачно лег, нашивают ребята и... Тут вся надежда на Аморалити. Сейчас надо нашивать, не да, все. Нашили Аморалити, тут сделал дофига ассистов и делал еще минус 3. 6-1, боится команда Балбах. Сейчас мы это будем видеть. АВП от кота пока не играет. Пока что-то я не вижу, чтобы кот так много вырубал. Ну, 8-1, а Аморалити 9-1. Вот это к одному идут ребята. King Viper пока 2-4. Вот это как раз Viper. Он пока и не стреляет. Ну, видимо, вот коту решили дать пострелять. Ай-яй-яй, King Viper не попадает. Что делает Аморалити? Зачем? Но вот это фейл. Бежал с ножом и попался сразу же на Джаста. Попался на Джаста и умер. Умер конкретно. Безразменно. Ай, прошивать надо. Прошивать Икар, кот, минусы делают. И выход Бэплента. 3 в 4 ситуация. Бомба ставится. Твони ставит ее и... Я не буду ничего менять, я же сказал, пока... Да пусть уже так останется, тут матч-то осталось. Флешки раскидки, Димас раскидывает, сразу нижний плент. Отлично играют, ребята, 2 в 2 ситуация, кот, минус. В антоке, и вот это хорошо, Твони забирает, отлично, Димас, но бомба была поставлена, счет будет 7-1. Но пока вот, честно говоря... Ха, как красиво застрял дроп. Димас нам это показывает. Лол, забирает этот дроп. Под фейл такой застрял дроп. Ну, а АВП от Джаста и... И что? И что? И как вообще вот это вот? Будет ли дуэт вот этот вот играть? Будет ли она дуэль? Скорее всего, ее не будет. Или она будет, но вот... этого кота все-таки собьют. Давайте посмотрим на ваперскую дуэль. Перемещаем игроков. Вот туда маленечко смотрит сейчас. Вот. Слепо.
Давайте включим автодиректор, ладно. Он нам, наверное, более важную информацию покажет. Инквайпер, хедшот! Минус АВП команды. Балбах, и тут кидали Аморалити. Аморалити убивает еще и Зака. Вот это да, он вообще 10 к 1 идет, этот пацан. Ну что? Что сейчас втроем против пятерых можно показать команде Балбах? Разве что Аморалити может поставить еще один такой минус. И вот смотрите, вот что сейчас было, да? Аморалити стрелял туда, как будто знал, куда стрелять. То есть, если включай, я видел. Ставьте плюс, что вы видели, то Аморалити стрельнул буквально туда же, куда надо было стрелять. Кинг Вайпер минус Папа Демон, и остался один Пандок, и его забирает тоже Кинг Вайпер. Еще становится 8-1 уже в пользу команды Фирс. Да, там нехорошая такая ситуация получилась, что может быть он шарой стрелял. Аморалити, может, нет. Ну, давайте можем даже за ним последить, в принципе. Тут раз заходит, он даже не думает. Даже не думает, выбивает. Вообще даже ничего не чекает. Ничего не чекает, сразу убивает. Ну тут Папа Демон, конечно же, отыграл. Ситуация 2 в 2. Смотрите-ка, Папа Демон сравнивает ситуацию. И все. Тут у Папа Демона уже 12 хп. Он кричит, ай-яй-яй. Что делать, брат? Визак 65 хп. Ну, тут на Димаса вся надежда. И Дима зарешивает 9-1 в пользу команды Фирс. Дима зарешал, красава. Дима в плюсе, да? Все дела там. Дима в плюсе на первом месте, 11 к 3 идет. Можно последить, в принципе, снова сейчас за Аморалити. Дигл у Пандадоки. У Твони сейчас есть ФАМАС. И куда вот стреляет? Стреляет буквально, не знаю. Кот выбивает из Зака. 3 в 4 ситуация. Ну что, Димас, тебе надо Твони забирать, и тогда вообще будет очень даже неплохо. Твони прям к тебе идет. Кот минус Папа Демон. Димас выбивает Твони. Остался один Пандадок. И с ножом бежит на Икарата. И что вообще это было? Зачем? ЦП Висретри. Постримлю. У тебя будет свой стрим? Лоу. Ты уже у нас играешь? У нас уже работаешь? Так, ну что, 10-1, пока все в изи-кат, все в одну калитку. Ну, как я и предполагал, должны отыграть команда Фирс. Что же получится дальше? Ну, надо поднять, как тебе настроение уже. Понятно, что тут все в одни ворота, но все же я рассчитываю, что пару еще раундов команда Балбах возьмет. Вот Димас продлевает дым. Вайпер кидает свой дым. Аморальти пытается прострелить. Снова Аморальти. Снова прострелы. Снова через дым. Ну, какой-то такой нереальный, несерьезный пацан. Ребята, наверное, сейчас будут выходить под Аплэнд. Кот выбивает Твони. И что? Выход Аплэнда. Выход Аплэнда отлично. Десантирует. И карт выбивает. О, Папа Демон. Ну, тут спину уже пытались его забрать. Изак сейчас будет забирать кота. Отлично. Минус кот. 3 в 3 ситуация. Папа Демон пошел под девятку. Нужно идти. Быстрее еще. Ну вот, сейчас Джаста слышит.
его противника моральти и, ну, тут уже по, в принципе, по... Кот маленько плагиат ее. Кошак, вот. Ну что, Изака тут расстреляли, 39 хп у папы демон. А, ну все, тут время, и это 11-1 в пользу команды Балба, в пользу команды Фирс. Фирс. Тут ты, go left for dead. Что будет сейчас делать команда Балбах? У них есть два фамаса, один кольт и два кольта и один АКМ. Ну вот так вот отлично Икар прострелял. Банда Доки и что будет? Бомба упала, но ее подбирают, сразу же убегают и так пытаются здесь настрелять. Что будет делать Димас? Флешка. Ай-яй-яй. Димас. Джаст оставил 9 хп. Ну и все тут. Аморальти должен зарешивать. Минус Джаст. Хорошо. Еще минус Изак. И остался один. 2-1. Ну вот Папа Демон был с ним. Но вот его забрал все-таки кот. И Твони остался один. И вот таким вот, вот хэдшотом и дорубанием уже забирает его кот. 12-1. 13 раундов позади. Сейчас смотрим с вами 14 и потом 15. Но если будет 15-1, то нам потом просто катку уже не покажут. Мне кажется, если... В атаке. Фирс не потащат, то я не знаю. 14-1, да, там будет. Извиняюсь. Наш раунд сыграем. Закупили снова балбаки. Хае, хае, Изак, минус код. Трудовые уже бегут ребята по улице, в принципе, и все. В ангар залетают. Пытаются наштрафить еще девятку, там Димас. Димас делает минус Твони. Есть еще рудовые игроки, там, в принципе, уравнял ситуацию. 4 в 4. Отлично играет Икард, сбивает бомб кэрри, папу демона и все. Вот сейчас бежит хедшот и добивание от Аморальти. Два игрока остались команды Балбах, рыдовые Панда Доки и Зак, у которого 67 хп, который вот сейчас выходит так вот аккуратно на Димаса. Ну, тут красного Панда Доки забрали, а Зак получил хедшот от Димаса. Ну... 13-1, друзья. Ну, пока изич. Я думал, все-таки раунда 4-5 точно возьмут. Но вот, к сожалению, максимум, что они могут сделать, это сейчас взять вот этот раунд, тогда они возьмут 2 раунда. Ну, и не бы когда-то с 13-2 тащили. Тем более, Зака режет. Вообще отлично. Так, ой, хорошо, сейчас играют балбахи, выходят аплент и все, бомба ставится. Ой, Димас, аморалити, что творят эти типы? Смотрите, бомба валяется. Бомба валяется и Пандадоки сейчас должен все контролировать. Аморалити вместе с Димасом забирают Пандадоки и остался один Твони, который у нас под девяткой, которого зачекал уже Димас, и это 14-1, дорогие друзья, и впереди еще... Мы можем увидеть, может быть, 2 раунда, а может быть, еще кучу раундов. Смотря, как сейчас балбахи потащат. Что, Рэдди надо писать. Рэдди пишет Панда Доки. И сразу Рэдди будем ждать, наверное, от Димаса. От кота. Ну ладно, окей, кот написал. 14-1 закончилась первая половина в пользу команды Фирс. И балбахи вообще взяли только один раунд. Но это... Это Габелла, друзья. Это реальная Габелла. Посмотрим, как все-таки в атаке себя поведут команда Фирс. Смогут ли они потащить. Ну, это нам покажет нас автодиректор, который вырубит, может быть, в скором игре. Хорошо играет Вони.
дал, дал нормально так дымагу. Ребята уже рядовые почти бегут. Ну, по крайней мере, Икар точно. Папа Демон, отлично. Хедшот он взрывает, Аморальти, минус Изак. Папа Демон еще добивает Икара. Уже 3 в 4 ситуация, уже намного проще команде Бабах. И хедшот. Вот это джаз, вот это джаз, вот это красавчик. Аморальти минус Пони, ну тут, тут справа, вот улетает смотреть, все, по Кудзоке попадает. И 14-2, друзья. Ну, сейчас будем смотреть эти эко-раунды от команды Фирс и будем ждать, пока не возьмут те два раунда. Походу, не настроены ребята. Охота. Особенно когда вот так вот делает кот, выбегает закрытую на джаста и Зак добивает. Ну что, 14-3. Еще раунд. Мы посмотрим от команды Фирс в исполнении как пистолетном. Так и следующий будет бай раунд. Так, ну что, джаст. Мы видим, настрел 1 из 5. Папа Демон 9-13, Изак 8-14, Двони настрелял 3-17, Панда Доки 5-14, Аморальти настрелял 21-5, Димас ЗТ настрелял 16-6, Кот 17-7, Икар 12-7 и Кинг Вайпер 7-11. Ну неплохо, и уже в голову получил даже Икар. Очень тоже даже неплохо в голову получать. Ого, джаз, получил в голову, но все-таки добило Аморалити. Что, выход будет неизвестно чего, бомба вообще лежит на улице. Вернее, на выход в ноль. Что буду делать? 2 в 5. И все. Это сбриф от Изака через Димасу. Прошили его игрока. Ну что, байтс команда Фирс. И посмотрим, что будут предпринимать. Как будут выбивать. Ну вот сейчас будет до победного. Два раунда вот этих будет очень сложно взять команде Фирс. Может быть даже дойдут до счета 16-10. А может быть даже 16-14. Мало ли что как может повернуться. Смотря как у них все готово. Если все готово, то... Моральчик, что он тут делает? Не пытается пришить папу демона. Папа Демон такой, знаете, на турику Папа Демон стоит. Реальный Папа Демон. Стали хаешками тут Твони и... Изак делает второй минус, минус код. И вот такими вот небольшими пульками стреляются Пандадоки. И ну, сейчас набреет, мне кажется. Флешку откидывает Панда Доки и убегает. Дым раскидывает. Ой-ой-ой. Ой-ой, что творит команда Фирс. Так можно и проиграть. Папа Демон. Минус Аморальти. И два игрока уже живых остались у команды Фирс. Что творит Кинг Вайпер? Делает минус 2, минус Жак, минус Папа Демон. Ну и вот тут же забирают сразу Панда Доки. И... Что становится 14-5. Ну вот, баятся, смотрите, все равно Фирс баятся. И это уже не в их пользу. Вот это сейчас баится.
как минимум, то, что я сказал, это все оправдывается. То, что это мапа КТ. Да, что творит Джаст? Дает выходить Икару, но Икар все равно выходит. 5-3 ситуация, бомба ставится. Изак сбивает Димаса, еще убивает Икара. Сразу размен 2 в 2 ситуация. Ну что, Аморалити забирает Вони. Зачем он так сделал? Лол. Банда Доки. Что будет творить этот чувак? Флешка под себя. Все, это минус мораль в этом раунде точно. Вот эта вот флешка залетевшая, это минус мораль, дорогие друзья. Ну и кот. Кот забирает все-таки с разменом, забирает счет 15-5. Ну, походу, друзья, это... Ну, вот сейчас больше шансов у фирсов вырваться вперед. Как-то у них получится, я не знаю. Ну, может быть, как-нибудь и получится. Скорее всего, они в этом раунде, это точно. Мы знаем наш GoTV. Хорош ХАЕ, под своих, нормально. Аморалити. Сразу видно Аморалити. Дима ЗТ выбивает. Джаста. Ой-ой-ой, что творят ребята? Размен на размене. Так, вот, Воня отлично выбивает. Все, тут прострелы, 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 прострелы. Твони минус Димаса остался. Один Аморальти, он в спине у ребят. И что, минус Балбах, панда, панда Доки. Сейчас нашумит, спалится. Спалился Изаку. Твони, в принципе, уже должен тут ждать его. Вот ждет, ставит хэдшот, это 15-6. Это 15-6, и мы продолжаем смотреть. Все, тот же решающий раунд. Теперь эко-раунд. ХП, скрип. То есть, ребята, какой скрип? Ты сам был в скрипе. А, в скрипе, который сделал. ХЗ. ХЗ, я чуть не помню, сколько у него там ХП осталось. Ну что, эко-раунд от команды Фирс, и это... Ну, я думал, они будут фастом выходить рампы, но у них не получилось. Фастом выходить рампы. Там сразу лег дым. Панда Доки стреляет, тратит свой патрон. Что творит команда Балбах? Она, в принципе, понимает сейчас, что у них один раунд всего разделяет, и все равно... Пытается вот такой вот раш идти. Надо сидеть, друзья. Надо сидеть и ждать, пока они зайдут. И уже выбивать. Не надо рашить. Хорош! Играет Панда Доки. Делает минус 2. И еще будет сейчас делать, наверное, минус. И что, друзья, это было? А, 16-7, дорогие друзья. Фирс выигрывает команду Балбах со счетом 16-7. Это ГГВП. И мы... Не отключаемся, мы все здесь ждем, пока я вам все расскажу, что будет дальше. Но это будет буквально минут через 5 или 10.